Здорово, с тобой Гар. В данном видео я хочу вам рассказать и показать, как купить валюту Battlefield Coins на российский аккаунт на консоль PlayStation либо Xbox, без разницы. Для этого вам необходимо будет сначала перевести Steam свой в Казахстан или завести отдельный Steam Казахстан и завести кошелек Kiwi Казахстан и рублевый и купить Battlefield 2042 в казахстанском Steam. Это я вам, собственно, не буду рассказывать. Есть куча разных видео на эту тему, так что можете посмотреть. В общем, первым делом заходим в Kiwi, пополняем кошелек на нужную сумму. В данном случае 4000 рублей я пополняю, это будет 21500 тенге. Когда мы пополнили, переводим с рублевого счета на счет тенге казахстанской валюты. После заходим на вкладку пополнения кошелька, вводим наш никнейм Steam, его мы можем посмотреть в правом верхнем углу Steam, вводим правильно, без ошибок, нажимаем подтвердить, переводим. Затем заходим в Steam, ждем транзакцию. Хоп, наши денежки появляются. Обратите внимание, что есть небольшая комиссия на данных манипуляциях. Вы потеряете рублей 200-300, где-то так. Далее мы заходим в Battlefield 2042 на вкладочку «Магазин». И пополняем Battlefield Coins себе через кошелек Steam. Сделали покупку. Затем нужно перезапустить игру, чтобы монеты обновились. Перезапускаем игру, заходим назад. И обратите внимание, что если купить что-либо в магазине за тенге, то это не перенесется на ваш аккаунт основной в PlayStation или Xbox. Если вы это покупаете, например, в магазине Steam, обратите внимание, это очень ключевой момент. Далее заходим в игру и заходим в магазин, покупаем нужный нам набор за монеты. Также мы можем купить боевой пропуск. Обратите внимание, обязательно за монеты, не через магазин Steam, потому что иначе это не перенесется. Теперь мы заходим в нашу консоль, в Battlefield 2042, и смотрим наши ништяки. Как я уже говорил, то, что мы купили в магазине, вот на Каспера, оно не перенеслось, и этого не будет. Также не переносятся монеты, которые находятся у вас на аккаунте Steam. Соответственно, чтобы купить, нужно будет опять заходить в игру в Стиме и покупать на те монеты. Но наборчики, которые мы купили, они присутствуют. Вот набор активатор, все окей. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, кому помог. С вами был Гар, всем пока.